Все должны помогать всем. Социалистический идеал общества – это разумный идеал. Он основан на ощущении, вполне оправданном, что общество разрастется количественно. И поэтому нужны какие-то общие, то есть чтобы руководить или чтобы управлять таким обществом, чтобы в нем не возникла колоссальная поляризация, нужен некий общий знаменатель. Вся беда заключается в том, что при проповедании этого социалистического идеала была допущена кардинальная ошибка. А именно, нам было сказано, и основоположники социалистической доктрины все утверждали, что наступит рай на земле. Они совершенно, и это свидетельствует об их неполном зверином идиотизме. То есть на самом деле основой для социалистического общества является одна простая вещь, что жизнь тяжела, трудна, страшна и чудовищна. И поэтому нам надо каким-то, только объединившись вместе, мы можем каким-то образом облегчить себе существование. Рая никогда не будет. То есть никогда не будет замечательно, никогда не будет ни утопии, ни даже, в общем, какого бы то ни было приближения к утопии. Библия права в одном отношении, что ты в поте лица будешь зарабатывать свой хлеб. Никакая система, ни капиталистическая, ни социалистическая, ни коммунистическая, никакая не избавляет человека от того... Ну вот я вам простую вещь сейчас скажу. Мне было 16 лет, я работал на заводе «Арсенал». Был митинг в поддержку Египта, потому что тогда, значит, произошли все эти самые события и так далее, и так далее. И лектор, я уже не помню откуда, значит, это было собрание рабочих и так далее, и так далее, начал, значит, ну, что такое говорил, что мы должны помогать Египту, бороться с капитализмом и так далее, и поэтому мы должны выйти на субботник. И встал человек, это было тогда, 56-й год, довольно страшное время, слесарь в моем цеху. Он, видимо, уже и пьян был в то время, к тому моменту, и он сказал, а какая мне разница, капиталист мой хозяин или коммунист мой хозяин? Один дьявол, мне надо вставать в 7 утра. И вот это надо помнить. При всех этих разговорах о новом обществе, которое там, и о западных моделях, или я уже черт знает о чем, да?